next competitor, representing Canada, Julianne Sivin. Канада на льду. Ария и 30 вариаций. Каменное сердце. Яркими каскадами из трех прыжков сегодня, конечно, полный порядок. И то одна, то другая выдаст такой набор, что хоть стой, хоть падай, но, по счастью, спортсменки стоят, а не падают значительно чаще. Флипс неправильный у ребра в самом начале, и оценка неуклонно ползет вниз. Тройной тулуп, одинарный тулуп и одинарный ридбергер на минус. Это тоже серьезную прибавку
к базовой стоимости дает Джулиани Сёгун. Ну а в целом она так запомнилась, как некий зайчик-попрыгайчик или, может, сверчок-кузнечик. Ни одного нормально исполненного тройного прыжка в программе. Достижение.